Так, ребятки, сегодня у нас дегустация самой дорогой икры и самой дешевой икры. Приступаем. Так, я намазал два кусочка хлебушка маслом. Вот икра. Икра горбуши лососевая, зернистая. Кремлевский стандарт. Лемберг. Какое-то производство Лемберг. Горбуша, кавиар. Лососиная. Ага. Так, ну, ингредиенты, состав я читать не буду. Нету смысла. Вот такая вот икра. Это баночка. Сколько здесь грамм? Сто сорок грамм икры лососевой. Она стоит 12 евро. Вот эта икра тоже красная, лососевая. Стоит 1 евро 09 центов. 1 евро. Сто грамм, 1 евро. Так, с какой начинаем? Начинаем, наверное, с плохой икры. Как бы плохой подразумевается за 1 евро. 12 евро. 1 евро. Раунд, поехали. О, открылось с таким... хлопком. Ничем не пахнет. Фоксик, понюхай. Фоксик нюхает, тоже ничем не пахнет. Ничем не пахнет, вообще ничем не пахнет. Так, ну икра рассыпчатая по консистенции. Мажем на хлебушек. Ой! Все упало вниз. Все упало. Она не прилипает к хлебу. Она сыпется, скатывается горошками, скользит. Скользит с масла, сыпется горошками. Икра очень рассыпучая. Так, икра за евро. Пробуем. Но немножко соленая. Вообще никакая. Ни о чем. Я бы за евро такую икру не стал бы покупать и есть. Все сыпется кругом, она скатывается. Невкусная, немножко соленая, и все, соленый вкус. Так. Открываем красную икру лососевую, горбушевую.
за 12 евро. Смотрим, что это такое. Пахнет рыбой. Консистенция жидкая, не рассыпчатая. А, Фоксику понюхать. Понюхай, Фоксик. Облизнулся. На хлеб намазывается хорошо, как мед. Как варенье, как мед. Ничего не текет, не капает, не скатывается. Вот так вот хорошо намазалось. Видите, ничего не капает, не текет, не скатывается. Пробуем икру за 12 евро. Да. Вот это вещь. Вкус рыбы, икры, солености. Такая специфичность. Не передай словами, кто ел икру, тот знает. Вот эта вот икра за 12 евро побеждает в этом состязании. Икру за евро, наверное, надо будет выкинуть или котам скормить. Хотя коты тоже не будут есть. Итак, соревнования. Икра за евро, икра за 12 евро. За 12 евро побеждает. Итак, ребята, ставим 50 тысяч лайков, и я снимаю обзор на самую дорогую и самую дешевую колбасу. 50 тысяч лайков. А на этом все. Видео заканчивается. Всем пока, пока-пока, до новых встреч, ебой.